Всем привет, друзья! С вами я, Татьяна, и мой Чика. Хочешь купить для попугайчика лесенку? Не спеши с покупкой, ведь ее можно сделать самим. Все очень просто, и для этого понадобится совсем немного времени. Итак, как сделать лесенку для попугая? Нам понадобится: первое, это палочки из деревьев разрешенных. Второе, это стяжки, или как их еще называют, хомут. Предварительно палочки обрабатываем. Я это делала в видео «Жердочки и погрызушки». Подсказку добавила сверху, и в описании будет ссылочка. Кратко скажу: помыли, замочили на 2 часа, еще раз помыли, просушили. Отрезали, обрезали, сколько вам нужно. Хомутики я покупала в фикс-прайсе. Там вот такая целая упаковочка, там их довольно-таки много. Я их также использовала в креплении жердочек к новой клетке. Держатся жердочки очень хорошо, так что крепление из этих хомутов очень хорошее. Как видно на видео, я все палочки, все обрезала, как мне нужно предварительно. Берем длинную палочку и коротенькую. Дальше берем хомутик и вот таким вот образом скрепляем. И затягиваем посильнее. Берем вторую длинную палочку и то же самое, берем хомутик и затягиваем. Вот так вот у нас получилась первая ступенька. Ну а остальные все по тому же типу делаем. Вот такая небольшая лесенка у меня получилась. А дальше от хомутиков отрезаем хвостики. В общем, все легко и просто. Так что делайте своим попугайчикам лесенки. У меня эта лесенка стоит рядом с клеткой, где второй выход. А с вами была Татьяна, не забудь подписаться, поставить лайк, если видео было полезным, и также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Также, друзья, подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и на страничку в Инстаграме. Всем пока-пока!